Компания Ferrari намерена создать элитный электромобиль. Об этом заявил гендиректор компании Серджио Маркьоне. По его мнению, все, что сейчас делает Tesla, могут делать и другие участники отрасли. Это будет самый быстрый внедорожник на рынке, сказал Маркьоне. Компания готова к производству экологически чистых суперкаров на электрических аккумуляторах. Ранее итальянский автопроизводитель скептически относился к полностью электрическим машинам, предлагая версии с гибридной силовой установкой.